Видео специально для молодых мамочек, потому что мы вам представляем молокоотсос от фирмы Avent. Молокоотсос ручной. На чашечке у него силиконовая насадка, которая помогает более плотно груди прилегать к такому молокоотсосу. Даже вот сейчас, приложив руку, я чувствую, как насколько сильно он втягивает. Если присмотритесь, даже видно это на видео. Также после того, как вы сцедили, саму насадку снимаем и одеваем вот такую вот крышечку с соской. Сама бутылочка в комплекте на 125 мл, а соска на бутылочке имеет анатомическую форму и антиколиковую систему. Можно сразу кормить малыша, можно сцеженное молоко хранить в холодильнике, достаточно будет закрыть вот такой вот крышечкой и поставить в холодильник. Также в комплекте есть вкладыши в бюстгальтер дневные и ночные, очень удобные.